Слива живая, надо будет ее сформировать. Этот газон мы подсеивали, когда во второй раз приезжали. Вот он весь зашел. Надо уже косить. Все надо косить. Так, яблони, груши вижу живые. Вон там в углу тоже. И здесь все хорошо. Кустарники. Со смородиной все отлично. Вот сейчас посмотрю кружовник. Какой-то он не очень. Кружовник надо будет по осени его обрезать. Немножко поформировать. И вот сливу вон тут тоже. И землю здесь надо, земля усилилась, это нормально. Землю надо подсыпать. Так, что у нас тут? Жимолость была самая маленькая. Чувствует себя хорошо. Это яблони. Все хорошо.